Лето – это не только маленькая жизнь, как поется в одной известной песне. Лето еще и время, когда дети, зараженные солнечным ничего не деланием, особенно подвижны. Эту энергию желательно направлять в нужное русло физической подготовки, не забывая и об умственных упражнениях. Вот и игровая программа у кинотеатра «Искра» включала в себя не только спортивные соревнования, но и спортивные загадки. Он бывает баскетбольный, волейбольный и футбольный. С ним играют во дворе. Интересно с ним в игре. Ребята разделились на две команды. Эстафеты под интересными названиями «Перекати-поле», «Академическая гребля», «Кольцеброс» настолько сильно увлекли маленьких спортсменов, что появился настоящий дух соперничества. Особенно этому поспособствовал конкурс по перетягиванию каната. Перетягивание каната. Еще мне понравилось, когда на самокатах. Ну, а ты вообще спортсменка? Да. Я хочу, чтобы было больше развлекательных программ. Родители активно поддерживали своих малышей, иногда подсказывая и помогая. Ой, очень понравилось, и детям весело, и нам весело вместе. Мне очень понравилось. Молодцы, спасибо. Но победила, конечно, дружба. После соревнований всем участникам были вручены подарки. А напоследок – зажигательный танец «Твист». В пляс пустились не только дети, но и взрослые. Галина Александровна – педагог дополнительного образования. Считает, что проведение таких праздников на свежем воздухе – отличная пропаганда здорового образа жизни. И это то, что сегодня проходило, это не только по пятницам. Это нужно проводить ежедневно. А вот эти игры, которые сегодня были показаны, они самое главное – это физическая подготовка. Я сама педагог, вот у меня сейчас ребенок, 5 лет будет, я буду учить ее плавать. Сейчас научилась кувыркаться. Вот сейчас посмотрите движения какие. Вот, спортивные движения. Вот еще спортивные движения. Но это уже, конечно, индивидуально. Следующая развлекательная программа для детей, как рассказали организаторы, состоится 12 августа. Наталья Буслаева, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.